Почему на Енезе Борис столько солнца? Секрет в подсолнечном масле нового урожая. Это делает Торис таким вкусным. С майонезом Борис очень будет круто. Кто выдумал машину? Здесь все для женщин сделано с умом. Удобно красить губы при движении, и если надо, ногти на руках. И любоваться своим же отражением аж трех одновременно зеркалах. Что значит женщина, 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 женщина за рулем? Каблучком треугольным помечена, значит, зеленую дорогу даем. Каблучком треугольным помечена, значит, зеленую дорогу даем. Церата значительно дешевле. Ну, Церата — это что-то вроде Toyota Avensis. Да. Йод! Не подъезжай к нему, что она пьяная. Что происходит? Да назад едь, господи, боже мой. Теперь она уже боится врезаться. Это баба была, я так и подумала. Которая первый раз села за руль. Машина купила, блин. Ей восклицательные знаки. Сейчас это будет. Сейчас еще, блин, ну так я и думала. Понятно. Слушай, пипец. Разбила машину человеку. Он что, больная, что ли? Надолго. Так свалить сейчас, смотри. Больная, надолго. Ебать! Долбоёб! Телефон быстренько, блядь. А ну еще раз пиздану. Давай, 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 ну пиздать. Нихуя себе, она что, ебанутая? Больная овца. Ты видишь, что она творит? Да. Аплодисменты, пожалуйста. Ебанутая. Глянь, Диана. Пошли, пошли, пошли. Ебануться. Вот оно кончено. А у нее номерок. Я, наверное, отбила себе номер. Давай, езжай.
нахуй ты лезешь? Вот сейчас автобус поворачивать начнет. Уебаны. Пиздец какой-то.
на войне слова не имеют значения. На войне важны сила, хитрость, ум. И магия. Выбери свой путь в Панзар.